Теперь, когда парус находится на поверхности, пора сориентировать доску. Для использования кормы, чтобы помочь тебе отлепить от воды парус, нам нужно расположить переднюю оковку гика рядом с доской. Чтобы поставить корму рядом с передней оковкой гика, обычно нужно так или иначе развернуть доску. Если нос оказался рядом с передней оковкой, утопи его под парус и вытолкни его с другой стороны. Затем дотянись до кормы и придвинь ее к передней оковке гика. Если корма оказалась рядом со шкотовым углом, сделай вот что. Глубоко вдохни, нырни под парус и, притопив корму, подтяни ее к мачте. Еще один хитрый прием – это перевернуть доску кверху дном и развернуть ее сверху парусом.